Имена от Адама, Адам, Авель, Енох, Ной, Иов, то есть по исторической цепочке, и да уже служители нашего времени, то есть те, которые поближе к нам, тут имена и апостолов, и на конце написано вот здесь «поколение слабое», то есть как острие этого копья, как то, к чему все, в принципе, двигалось. И Бог говорил, что в последние дни, да, в последнее время поднимется на земле такое поколение. То есть будем ли это мы, будут ли это наши дети или их дети, это не так важно. Важно готовить путь. То есть вот путь идет, и будет кульминация. Придет момент, когда придет кульминация. Потому что без наконечника копье, оно такое очень слабое имеет функциональность свою. То есть наконечник... Ради него, в принципе, все, чтобы этот наконечник донести до цели. Нужно вот это было все пройти. И как вам написано, чтобы они, чтобы не без нас достигли совершенства. То есть в конце, когда мы увидим невесту, вот эти все ребята, и много больше тех, кого просто мы не знали или негде было написать, они все там будут. И мы там тоже должны быть. Аминь. Или, знаете, вот есть люди, никогда в своем посвящении ни с кем себя не сравнивайте. Вот можно сказать, а я вот столько молюсь, а чего она столько не молится? Это твое посвящение. Ты молись, а у него нету этого посвящения, может не дано ей столько молиться. А я вот столько делаю для Господа, а вы никогда нельзя сравнивать свое посвящение, мерить его на других. Есть, на самом деле, есть те люди, которые просто будут рядом. Вот они по жизни, у них такое посвящение, вот они выбрали такой вот путь. Не внутри, но максимально близко к церкви. Но рядышком, около. В вечность они также останутся около Небесного Иерусалима, а не в нем. Но это их выбор. Я за них не буду отвечать. Мне важно быть внутри. Если у меня есть эта жажда в сердце, огонь, слава Богу, если у кого-то этого нету, или оно меньше, чем мне хочется, чтобы у него было, это его дело. Его дело. Я могу только его, как бы, своим примером возбуждать в него эту жажду, ревность и больше. Но осуждать его за то, что он там меньше приносит жертвы, чем я приношу, или меньше молится, или вот я хожу, а он что сидит. Это уже его дело. То есть вот здесь написаны те, кто, ну, чемпионы. Люди посвящения, люди, которые дошли до конца. Люди, которые позволили Богу сделать все, что Он хочет через них. Не всем это дано. Много из тех, кому дано, но они не доносят это до конца, где-то на дистанции сходят раньше времени. Есть какие-то, которые никогда не открывали. Сейчас что важно? Кто помнит, было 3 или 4 года назад действие, мы подходили и брались за это копье. Помните? Да. Какой был момент важный. Я все время, когда открываю школу Христа, не все время, но очень часто в нашу группу, я эту фотографию, она выводится почему-то вот сбоку в альбомах группы, я все время эту фотографию глаз ловит, как стоит толпа у этого копья, находящаяся. И что это было символ? Это те, кто согласились идти дальше, идти до конца. Я не знаю, понимаете, я не могу дать гарантии за себя, и я думаю, любой из вас, я уже никогда в жизни не отступлю. Это такая глупость была, такое заявить, кто думает, что стоит. Но сегодня, на сегодняшний день, мое решение, мой выбор такой, я хочу максимального. Да. Не быть около, а быть этим. И сегодня в духе пророческий, вот мы здесь в зале имеем возможность физически взяться. Кто-то будет смотреть, он в духе возьмется. Это дело не магическое какое-то копье, это деревяшка просто. Но Бог использует образы для того, чтобы наша вера, она ухватилась за настоящее. За вот это поколение славы, вот это все поколение славы. И острие оно будет как корона, как венец уже там в конце. И мы увидим эту вот из песни песней, блистающую, как заря, яркую, грозную, как полки со знаменами, его невесту.
И придет, у Захарии написано, придет Господь мой и все святые с ним. То есть с ним придет его невеста, когда он уже придет духом уст поражать нечестиво ухо. Поэтому что мы сейчас делаем? Давайте верой. Те, у кого есть это решение, я буду внутри, я пойду до конца, я уже все. Пусть меня колбасит, пусть там дубасит, пусть рвет, но я все, я буду за это буду хвататься. Идите сюда и берите для этого. А те, кто на видео, беритесь верой. Кому нету места, беритесь за кого-то, кто перед вами. Ну, кто совсем жаждущий проласти. И мы сейчас совершим короткую молитву. Если что, беритесь за кого-то. Отец! Отец, мы молимся, чтобы на этой земле поднялось твое поколение славы. Те, которые будут частью этого великого наследия священников, пророков и апостолов, под чину Мелхиседека. Те, которые понесут эту эстафету, понесут этот огонь, как несли эти люди все от Адама и до наших дней. Несли этот огонь. Мы молимся, подними тех, кто пойдет до конца. Тех, кто не продастся ни на какие отдачки этого мира, которого невозможно будет просто купить или запугать, который с радостью отдаст свою жизнь, если понадобится, за тебя, за имя твое, за Евангелие. Мы молимся, пусть поднимется поколение славы. Господь, и пред лицом твоим, это наш выбор, это наше решение, держаться за тебя и идти за тобой, и желать твоей совершенной воли. Мы не хотим чуть-чуть, мы не хотим 30 крат или 60. Бог, мы ищем 100 крат, мы ищем максимального плода, максимально реализованного потенциала, максимальной победы, которую ты имеешь для твоего народа, твоих детей. Поколение славы, восстань! Поколение славы, восстань! Поколение славы, восстань! Аминь! 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 Фух!